вас на канале СССР Gun.ru. У нас на обзоре нож Пират 0832 Sport 10. Комплект поставки, помимо самого ножа, содержит эластичные и прочные ножны Кордура. Они очень удобны для переноски ножа с собой. Вы без проблем его сможете взять с собой на пикник, охоту, рыбалку или шашлыки. Также он удобен для повседневного использования в городе. Общая длина ножа достигает 265 мм. Длина непосредственно самого клинка 140 мм. Толщина по обуху составляет 4,4 мм. Изготовлен клинок из стали марки 40Х13. Она не подвержена влияниям агрессивной внешней среды. Форма обуха здесь клип-пойнт. Такой клинок лучше предназначен для прокалывания, однако он и отлично режет. Твердость по Rockwell достигает 50 HRC, что является хорошим балансом. Рукоять и клинок являются здесь одним целым. Тем не менее, на рукояти имеется обмотка из ПВХ-шнура. Ее можно использовать как дополнительный запас веревки. Плюс ко всему, при желании, шнур легко заменить на новый. Центр тяжести у ножа смещен вперед, он отлично подойдет для метания. Стоит учитывать, что такой нож относится к тяжелым ножам. И, конечно, для хорошего результата необходимо потренироваться. Купить этот нож вы можете на нашем сайте, ссылка в описании под этим видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. С вами был СССР Gun.ru. До новых встреч!